Доброго времени суток, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы с вами поговорим об одной легендарной игре, ставшей каноничным примером качественного, захватывающего и современного 3D-шутера. Игра, которая установила свои нерушимые правила и законы в этом популярном среди игрового сообщества жанре, трансформируя обычную стрелялку в шедевр компьютерного искусства. Итак, встречайте, друзья, Quake. Естественно, стоит рассказать о самой компании-разработчике игры. Студия ID Software известна всем любителям компьютерных шутеров от первого лица, ведь эта команда стоит у истоков этого жанра с конца 80-х годов прошлого века и является культовой компанией в производстве игр жанра экшен. Такие известные имена, как Джон Кармак, Джон Ромеро, Том Холл, Адриан Кармак стали основным ядром компании. Люди, революционные идеи которых наделали много шума в стремительно развивающейся игровой индустрии конца прошлого столетия. Еще до официального основания ID Software молодым идейным парням случилось встретиться в издательской компании SoftDisk, где все они занимались своей работой по специальности, программировали, рисовали модели персонажей. Их основным детищем в этот период стала довольно известная в США игровая серия Commander Keen, насчитывающая 8 эпизодов. Далее, уже основав ID Software, Кармак и компания начали активно продвигать в массы идею, что будущее игровой индустрии стоит именно за 3D-шутерами. Бросив силы на разработку соответствующих проектов, они медленно, но верно растили мощь своей компании, отдаляясь от общих игровых тенденций и закладывая новые устои и свой порядок. Не боясь ничего нового и прежде недоступного, они экспериментировали с возможностями игры, беря за пример ситуацию, где игрок в виде героя-одиночки занимается уничтожением противника во благо человечества. Именно в этот период вышел популярный экшен Hover Tank 3D. Вполне возможно, самый первый проект в истории игровой индустрии, где жанр полностью соответствует описанию «шутер от первого лица». Далее были Catacomb 3D, ну и, конечно, Wolfenstein. Wolfenstein 3D считается точкой отсчета популярности шутеров от первого лица среди растущего игрового сообщества. Этому способствовало и решение выпустить первую главу игры, включавшую 20 уровней, бесплатно. Это и раззадорило игроков по всему миру. Люди желали быть виртуальными солдатами и, беря в руки вымышленный пистолет, уничтожать злодейские полчища, решая людские проблемы индивидуально. Зарабатывая международный успех, ID Software понимали, что философия стойкости компании-разработчиков игр проста. Либо ты продолжаешь свой торжественный марш вверх по склону, обеспечивая фанатов новыми качественными продуктами, либо ты сбавляешь темп и теряешь свою славу, так навсегда и оставаясь той самой хорошей студией, которая сделала пару-тройку неплохих игрушек. Сбавлять темпы в ID Software не хотели, и это было бы уже постыдным – отступаться от идеи, за которую отдано было довольно много. Игровой мир жаждал новинок, и Кармак с коллегами сделали еще один ход, ставший поворотным моментом в истории компьютерных игр в целом. В 93-м году выходит культовый 3D-шутер от первого лица – Doom. Doom является одной из самых значительных и влиятельных компьютерных игр в истории индустрии. В частности, ее популярность во многом определила дальнейшее развитие и распространение жанра шутеров от первого лица, величественно возвышая ID Software на пантеон золотых компаний-разработчиков. Игра оказалась предельно популярной. Количество проданных копий оценивается в 2 миллиона. На протяжении многих лет после выхода игры не ослабевал интерес к внесению многочисленных любительских модификаций. Создав игровой шедевр, ID Software оставили огромный культурный след в игровом сообществе, расширяя рамки дозволенного и словно крича миру: «А вам слабо?» Обстановка мрачных окружений, безысходность одинокого персонажа среди армии демонов, угроза массового истребления человечества и народными существами. ID Software были кузнецами собственного стиля, и прочность стали их затей была неоспорима.
догадываясь о том резонансе, который вызовет любой озвученный ими проект, Кармак и компания понимали, к разработке надо подходить тщательно и уметь вычислять желания потенциальных клиентов. Не мучаясь с разбором полетов, к слову, полеты были на грани небес и чего-то большего, ID Software снова решили оставить тело идеей целым. Один против всех и все против одного. С такими девизами выходили успешные Heretic и Hexen. Понимая всю важность своей миссии – развлекать людей через забористые шутеры, ID Software приступили к запуску нового проекта. Впрочем, об объекте Q говорили еще в 1994 году, но тогда у компании не было ни лишнего времени, ни свободных сотрудников для продвижения проекта далее. Но уже через пару лет Quake пальнул мощным залпом по игровому миру, снова привлекая сотни тысяч фанатов по всему миру. Перед официальным релизом полной версии игры была выпущена сырая, с некоторыми ошибками и явными техническими дырами, демо-версия игры под названием Q-Test. В этой версии одиночный режим отсутствовал как таковой, а львиная доля геймплея была недоделана, но благодаря встроенному в игру мультиплеерному режиму ровно за пару дней в мире появились десятки серверов для онлайн-игры. Через некоторое время, 22 июня 1996 года, была выпущена демо-версия игры, включавшая в себя только первый эпизод и доступная для скачивания с официального сайта ID Software. Игра совершила феноменальный прорыв в 3D-технологиях, используя текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем самым полностью воссоздавая объемный мир, шагая в сторону от двухмерного оригинального Дума. Кармак проявил себя не только как мастерский программист, руководитель и дизайнер, но и как грамотный тактик, знающий когда и куда бросить свои войска. Что касается самой игры, то сюжет Quake не отличается изысканностью и оригинальностью, но это ему и не нужно. ID Software всегда знали, что нужно игроку. Вы, как главный герой, обычный солдат без имени и прописки, разбуженный жуткой суматохи и призванный устранить хаос и безумство на вашей военной базе. Территория подвергается захвату со стороны неизвестного противника, разрушающего бараки и казармы, засылая своих демонов и монстров через врата-телепорты. Вы, как самый смелый и инициативный, обязаны отправиться через эти жуткие врата в другое измерение и рушить планы врага уже у него дома. Носясь по запутанным лабиринтам, выискивая секретные места с лучшим вооружением, расстреливая группировки враждебных существ, вы продвигаетесь по лагерю злодеев и ищете того, кто ответит на все ваши вопросы. А вопросов здесь не будет. Только свист пуль, взрывы гранат, рев чудовищ и желание поскорее дойти до следующего места. Используя различные виды вооружения, вы проходите через все основные 28 уровней игры и добиваетесь своей цели – уничтожить финального босса, который и заварил всю эту инопланетную кашу. Quake – игра, которая дала корни модному в наше время киберспорту. Фанаты игры, изучившие ее от начала и до конца, устраивали турниры и чемпионаты. Отдельно стоит рассказать про музыкальное сопровождение игры. Все основное инструментальное оформление игры легло на плечи известного музыканта Трента Резнера, фронтмена industrial metal группы Nine Inch Nails. Используя свой врожденный композиторский талант, Резнер написал не только всю основную часть внешних звуков для игры, но и исполнил огромное количество треков, которые помогают главному герою бороться с демоническими захватчиками. Жесткие гитарные рифы, словно скрежет железа, настраивали игрока на крушение и уничтожение врага. К слову, первый Quake жив и по сей день. Истинные ценители жанра и те, кто знает, в чем прелести олдскульных шутеров, поняли, что Quake можно реанимировать и дать ему еще один шанс на жизнь. Второе дыхание Quake получил благодаря стараниям фанатов-программистов, которые переписали часть кода игры и улучшили текстуры и графику шутера. Энтузиазм этих людей превратил уже староватые декорации оригинальной игры в довольно симпатичный мир с HD-графикой. Проект Q1 с обновленным DirectQ движком, а также еще несколько проектов помогли вернуть игроков к компьютерным столам и позволить им еще раз пройти ту старую, добрую игрушку, которая обудоражила их юные умы еще в далеком 1996 году.
Если говорить о первом Quake, то это абсолютная победа разработчиков ID Software. Игра получилась не по-детски задорной, даже принимая во внимание всю и темноту, и жуткую предысторию. Здесь хочется носиться, сломя голову по каменным залам и кормить свинцом наглых краснолицых демонов и их приспешников. Здесь придется думать, куда выстрелить из гранатомета, чтобы отскок попал точно в цель, запоминать места секретов, чтобы забрать снаряжение еще раз, проходя игру на более высоком уровне сложности. Даже сейчас, включая эту игру, она не кажется старой и дряблой. К ней относишься как к пожилому старичку. Уважительно. Ты понимаешь, сколько сюда вложено сил и трудов. Если бы не опыт таких игр, как Quake, то жанр современных шутеров от первого лица вымер бы повсеместно, а мы все дружно играли на аркадных автоматах. А пока говорю эти строки, то мне слышится странный визг за окном. Надеюсь, это не очередной демон. Хотя стоит проверить. Нужно лишь взять аптечку, зеленый бронежилет и двустволку. До скорой встречи в этом, а может быть и в другом измерении.